Всем доброго дня. Добрались мы до аквапарка. Сколько километров? Около 30 километров мы ехали на такси. 2000 рублей. Мы сразу все пересчитываем. Сейчас мы будем купаться. Все покажем вам изнутри, как там что. Постараемся, по крайней мере. Еще ящик, оказывается, надо тоже было снимать. Он получается 55 дирхам. Это примерно 1000 рублей. Немножко тачек. Шоколадку привезли. Такая гостиница. Вместе с аквапарком, видимо, в строении. Заходим внутрь, а тут красотища. И начинаются у нас бутики. Марина, фармация. Балмайн, Париж. Посмотрите направо, посмотрите налево, да? Это фирменный магазин. Плепи! И, конечно же, все оригинал. Мир обуви. Очень крутой магазин с крутыми шмотками. Ну и ценник, конечно же, крутой. Анютка себе что-то уже приглядела, да? Цены просто поражают, но также поражает просто выбор моделей, цветов. Качество. Да, но это настоящий бутик в прямом смысле слова. Носочки. Не подделка. То есть тут просто шикимлеск. И красота. Поехать в Словакию. Булс. Чикаго Булс. О, какой потолок. Вот мы зашли в сам аквапарк, он идет под открытым небом. Там раздевалочки, можно перекусить. Анеточка. Тут мы уже покатались. Сейчас пойдем покушаем, перекусим. Очень красиво. А beautiful. При аквапарке есть также дельфинарий. Вход сюда стоит человека 750 дирхам. В переводе на рубли это 15 тысяч рублей с каждого человека. А к нам на обед прилетел воробушек. Мы его подкормили. Вообще не боится. Аж карточку не списал. Вот мы и на пляже. Немножко солнышко ушло. Небо подзатянулось, но еще, в принципе, тепло. Папа! Сегодня такая еще и холодная, еще нормально. Идешь? Водичка, водичка.